Ульяновская детская областная клиническая больница одна из первых стала уделять внимание вопросу ретинопатии недоношенного. 12 лет назад здесь заработал первый и единственный в регионе специальный кабинет, где обследуют, лечат и наблюдают малышей с заболеванием сетчатки глаза различной стадии. Мы продолжаем цикл передач о тех, кто спасает жизни, о специалистах медицинских учреждений Ульяновской области, об уникальном оборудовании, которое используется в клиниках региона, о передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным. Все это в спецпроекте «Спасая жизнь».